Анонс и дата выхода нового 8-серийного российского сериала «Наследники». Второе название сериала «Две сестры». Премьера нового сериала запланирована на осень 2021 года на Первом канале. Главные роли в сериале исполнили Пересильд Юлия, Страхов Даниил, Андрейченко Наталья. Главная героиня нового сериала Антонина. Молодая, красивая, амбициозная девушка. Однако она находится перед сложным выбором. В нее влюблены два парня, которые еще являются и друзьями детства. Героиня не может сделать правильное решение, так как ей симпатизируют оба. Позже Антонина выходит замуж за одного, а думает о другом. Начало 90-х годов. Главная героиня имеет не только мужа, но и возлюбленного. Оба они преуспели в тяжелые годы и стали олигархами. Однако судьба не складывается ни у одного из мужчин, ни у другого. Вскоре супруг Антонины погибает, а возлюбленный садится в тюрьму. После этих трагических событий в семье начинается дележка имущества. Перед смертью супруг Антонины оставил огромное наследство дочерям. Но в ходе дела раскрываются семейные тайны, где двум сестрам становится понятно, что главная героиня их родила от разных мужчин. Смогут ли они достойно принять эту информацию и остаться в хороших отношениях не только с матерью, но и друг с другом? Напомним, премьера нового сериала запланирована на осень 2021 года на Первом канале. Если вам нравятся российские сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.